Добрый вечер всем, кто у нас сегодня собрался. С вами сегодня на связи в следующий час Алена Верц. Я вещаю из города Гамбург. Да, благодарю всех, здорово всех вас видеть и слышать. Смотрите, сегодняшняя наша тема, она связана у нас с молодостью. С молодостью и красотой. Я думаю, что эта тема действительно всем очень даже важна. Я уже пару дней как читаю про коллаген, и вы знаете, поймалась на мысли, что это просто бесконечная тема. И я так благодарна тому, что у нас в клубе, в Краун-клубе появился новый продукт, который именно вот этот коллаген, что я с этой темой стала разбираться. Я сегодня стараюсь вам донести максимально доступно, для чего нам нужен коллаген. Действительно, вот что я для себя вынесла, коллаген – это, оказывается, вот та практически волшебная таблетка молодости, которая может нам, вот все ищут эту волшебную таблетку, вот где-то вот наш коллаген, он вот как раз человечество дошло до такой точки с нашими новыми технологиями, что это практически возможно. Вот, ну давайте мы с вами поразбираемся, что ж такое у нас коллаген, и для чего он нужен, и действительно ли только это компонент для молодости, именно снаружи. Вот смотрите, я вам поставила, что молодость кожи у нас зависит от одного компонента. Этот компонент – коллаген. И есть у нас, как вы все знаете, есть концепция здоровья. Она состоит из 4 шагов. Да? Мы должны на клеточном уровне уметь напоить нашу клетку, накормить ее, почистить, защитить. И это как база. Но вот этот вот компонент коллаген, он является вот такой, говорю, люксовой даже где-то вещью, компонентом для того, чтобы поднять свой организм, себя на совсем другой качественный уровень. Вот смотрите, коллаген – это белок номер один у нас в организме, и он составляет 30-35% от общего количества белка в организме. Знаете, я сейчас сюда приглашу человека, который более подробно расскажет именно о том, что такое коллаген, какие виды коллагенов бывают, и поделится своим опытом. Это шацу-мастер, поэтому он напрямую знает, что такое человеческое тело и именно что в этом теле делает коллаген. Поэтому встречайте нашего спикера из города Гамбург, Михаил Желебовский. Благодарю, Алена. Да, мы все когда-то познакомились с этой темой коллаген. У кого-то это была информация из медиа, потому что эта тема довольно актуальна. По-моему, была во все времена. Если вспомним про Египет, они только и занимались бальзамированием вечности. Поэтому вот я хочу вспомнить тот момент, где мне пришлось столкнуться с этой темой. Это примерно 30 лет назад, когда я поступил, если можно так сказать, туда поступать нельзя было, туда просто брали по особым за счет духовного опыта. Мой мастер был японский мастер шацу, буддист, и он всегда говорил: смотри на человека как на целое. И слой за слоем проникая вглубь. И вот, в принципе, что такое человек в его нормальном состоянии? Это всего лишь содержание, ну, я, может быть, немножко не выражусь неадекватно, но мы полны клея, да, мы все с клеем. Так вот, коллаген, он является вот этим вот главным элементом,
который нас, все наши системы, органы склеивает, чтобы мы не развалились. И вы наверняка уже встречали по жизни, когда говорят, во, развалено. Да? Это как раз человек, у которого вот этот клей по тем или иным причинам просто его не стало, ну, нет этой нормы, которая необходима для того, чтобы быть в собранном состоянии. Вот, поэтому во время моих практик я всегда натыкался на то, что люди, они как будто из песка сделал. Да? То есть у тех, у кого нарушен был вот это содержание эластичности, да? Потому что эластичность – это второй, так сказать, ну, знак нормального состояния. Люди начинают быть похожи на, в общем-то, как из песка сделаны, да, то есть куда ни притронься, везде болевые ощущения. Так вот, коллаген, если вот так вот просто сказать, это всего лишь клей, который нас держит, весь наш организм в отдельности, начиная от клетки, которую дает, именно структуру создает клетки, да, самой, то есть вот этот каркас, в котором все находится, весь этот микрокосмос, он нуждается в этом каркасе, да. И шаг за шагом, если подниматься, так сказать, к поверхности, да, то практически нету места, вот закройте глаза и ткните себе куда-нибудь, и вы не промахнетесь. Везде вы наткнетесь на коллаген. Да. И очень просто даже проверить, есть ли он у вас, да, потому что кожа должна быть очень упругая, недаром говорят, как у беби пупо, да, то есть нажимаешь, оно назад отпрыгивает, да, оно насыщено. И вот, к сожалению, у нас, начиная с 20 лет, коллаген начинает, ну, его воспроизводство, потому что организм умеет синтезировать, но для синтезации необходимы такие макро-микроэлементы, как медь, железо, да, это аскорбиновая кислота, допустим, да, это те камни строительные, которые необходимы для того, чтобы коллаген начал вообще себя синтезировать в организме. Я не буду сейчас говорить, что у нас за продукты, которые мы имеем на столе, там этих компонентов давно уже нет или настолько мало, что результат, мы вот, я, чтобы быть не голословным, взял, выписал просто такую вот схемку или таблицу, да, ее можно везде найти. И здесь вот, в принципе, я все не буду перечислять коллаген, я просто хочу именно вот обратить внимание, насколько это все серьезно. Да. Вот если у нас не хватает первого типа коллагена, да, то то, что присутствует в твердых и мягких тканях, да, в глазах, глаза тоже из этого сделаны, да. Вот, стенки, допустим, сосудов, да, их эластичность от этого зависит. Что можно ожидать, если нарушен вот здесь вот этот процесс? Это, в конце концов, идет к ревматизму, к тем вещам, которые мы называем костно-мышечная система полностью разваливается, да, потому что, опять-таки, коллаген присутствует как связующее звено именно во всех суставах, ну, практически мышцы, все у нас пронизано полностью. Да? Поэтому мы говорим, что это один из основных белков, который занимает практически третью часть белкового содержания организма. Да? И здесь можно перечислять очень много. Сегодня медицина уж насобирала статистики достаточно, какие могут быть последствия, если у человека нет стабильного поступления коллагена в организм. Да? Потому что для синтезации не хватает компонентов, да? И люди начинают искать их, ну, на стороне. Да? То есть мы знаем, что вот, все очень любят уколы делать, да, чтобы показать, ну, приостановить, что ли, вот, вот этот процесс старения. На какое-то время это удается, начиная вот с кремов, допустим. Почему они более-менее эффективны? Потому что они, в конце концов, не забивают поры нашей кожи, и кожа дышит.
и, естественно, какой-то процент влажности составляет. Но, в принципе, это все, ну, можно сказать, мертвому припарку, потому что сам, где находится причина, она не затрагивается, если мы просто вот укол делаем или крем какой-то мажем, да, все начинается именно, опять-таки, на клеточном уровне, потому что структура коллагена или создание, вот этот процесс, как Алена уже сказала, очень-очень сложный процесс, такого в организме даже еще поискать, потому что при создании коллагена, вот, когда он начинает выбирать для вот изначальная точка, да, когда он из компонента начинает строить вот эту ниточку первую, да, в принципе, мы, я как уже сказал, не хватает самих компонентов, то есть ему, в принципе, начать-то не с чего, да, потому что нету в том виде, биологически доступном виде, тех же микроэлементов, да. Поэтому что получается? Если этот процесс дальше проследить, а он как минимум трехслойный, то есть такие, ну, довольно странные закономерности, что следующий шаг должен созреть. Да? Это не просто так, там, что-то раз и все сделалось. Нет, оно требует времени. Поэтому, когда, вот, допустим, коллагеном пользуются, ну, допустим, вот у нас, нашим продуктом, то обязательно надо обратить внимание на то, что реакция может быть даже не такая, как вы ожидаете. Да? Мы хотим все сразу на лице, чтобы было. Но дело в том, что коллаген участвует во всех системах. Поэтому он сам будет решать, куда в первую очередь надо дать. Может быть, вам, скорее всего, надо ваши косточки поправить, да, чтобы у вас не было стеклянной болезни. Поэтому до кожи там еще вопрос. Поэтому надо понимать, что коллаген – вещь ну, не то что капризная, она просто не будет делать следующий шаг, пока ему не будет достаточно того, чтобы этот шаг завершить, там, первый, второй или третий. Да? Поэтому здесь мы имеем, по сути дела, с какой-то интеллигенцией. Она не может... Ну вот то же самое, начните, допустим, без воды делать голова. Да? То есть вы перепрыгнули несколько шагов и ожидаете феноменального результата. Результат будет, да? Но все равно будете хромать на одну или другую ногу. Поэтому в той форме коллаген, который нам сегодня предоставляет компания, он просто феноменальный, потому что он облегчает клетки, чтобы клетка не затрачивала тоже энергию на создание этого всего, он все эти шаги уже в себе вобрал. Он уже в его составе уже у нас, как мы знаем, жидкий коллаген. Да, это самый-самый эффективный, который можно себе представить. Да, и то, что в нем находится, самое лучшее, что на этой планете можно туда добавить. То есть это не совсем не связано ни с животными, да, ни с рогами и копытами. Это связано, в общем-то, с высококачественным рыбным источником. Рыба – это, вот я еще в свое время, когда в Мурманске промышлял, я таких рыб ловил. Это вот относится к треске, да? Рыба, которую невозможно производить, ну, как бы сказать, вот как лакс его можно там где-то выращивать. Эта рыба не будет в неволе жить. Да? То есть это чисто вот такая дикая природа, и, соответственно, в нем высококачественный материал. Да? И вот наша компания как раз оттуда и берет хрящи, ну, кости рыбы, да? То есть именно вот этих пород, да? Северных пород, которые сами по себе в таких экстремальных условиях живут. Вот. Поэтому мы получаем с этим продуктом как раз такое облегчение, что можем или, так сказать, имеем право перепрыгнуть несколько шагов и организму дать сразу же готовое, да, не обременяя его на то, чтобы он, так сказать, пытался это создать. Да. Тем более, что коллаген на сегодняшний день довольно вещь известная во всем мире, и очень многие стали специалистами, потому что
попробовали практически все возможные варианты и, соответственно, видели, что результаты довольно плачевные, так скажем, да, то есть не дает того, что обещает, а стоит это довольно много. Поэтому вот я свое такое немножко сумбурное, немножко вспомнил свое, что мы там творили, да, с людьми, которые не имели, к сожалению, вот этой эластичности в организме. Да, я уж не говорю, потому что они воду не пили. Да. Ну, я тогда и сам знал, да, 30 лет назад кораллового клуба еще, к сожалению, не было. Да. Но все равно мы делали все возможное. Вот, поэтому... Мое такое вот сумбурное эмоциональное выступление сегодня я бы хотел закончить тем, что пейте и пейте постоянно. Да, не одну там, как нам рекомендует, так сказать, инструкция, а пейте, сколько вам влезет. Да, потому что организм сам скажет, когда вы залили достаточно, и он скажет, все, окей, на этом можно не то что приостановить, а, так сказать, уменьшить дозу. Да. Поэтому я вам советую как минимум две бутылочки, особенно с утра, пропустить, и целый день будет в ажуре. Вот, в принципе, на этом я хотел бы точку поставить. Да. Вот, Алена. Благодарю, Михаил. В общем-то, можно уже заканчивать наш вебинар. Ну, давайте подытожим. Мне очень интересно. И смотрите, все, о чем сейчас говорил Михаил, я вам сейчас еще покажу в картинках, чтобы действительно уложилось. Потому что когда я начала эту тему изучать, я тоже поняла, что коллаген – это не просто наша молодость и красота, а это действительно наше здоровье. И я прослушала несколько видео от наших врачей, и они, знаете, говорят, что то, что у нас сейчас есть в руках, это удивительный продукт, который поможет восстановиться там, где, казалось бы, уже не восстанавливается. Ну, давайте по порядку идем дальше. Вот смотрите, Михаил сказал, что есть разные типы коллагена. Их действительно 28. И нам нужно знать только о первых трех. Первый, второй и третий вид коллагена. Вот первые и третьи – это как раз то, что связано больше с красотой, там, с молодостью. Конечно, это тоже связки, сухожилия, тоже кости. Но именно второй вид коллагена, он еще дополнительно начинает работать на внутренние, более глубокие слои в нашем организме. И 95% вот всего организма у нас именно вот эти три типа коллагена. Вот. И смотрите дальше. Коллаген, как уже Михаил тоже сказал, что он вырабатывается в 20 лет максимально, с 25 лет, это тоже связывает с биологическим старением, коллаген начинает у нас уменьшаться, снижаться, и он ежегодно на 1-1.5% снижается. Вы уже слышали, что синтезировать коллаген организм может, ну, действительно с огромными энергозатратами. Потому что если в организме нет достаточно воды, если нет достаточно витаминов, минералов, ну ему даже не из чего сделать. Как я поняла, вот коллаген – это такие канатики. Эти канаты состоят из канатиков, а эти канатики состоят из ниточек. Да, вот такая вот сложная цепочка. И чем старше мы становимся, тем больше эти цепочки разрушаются. Да, ну, мы уже в 30 лет появляется нехватка коллагена. Например, это видно по тому, насколько эластична наша кожа. Когда женщина, 40-50 лет, это выявлено было, что, например, после наступления менопаузы кожа теряет эластичность на 0,55%. И чем мы старше становимся, как я уже сказала, тем меньше у нас, например, определенного коллагена. Да, если молодая кожа, то это там коллаген первого типа. А чем дальше у нас этот коллаген снижается, и вот это соотношение третьего и первого типа, оно тоже нарушается. Вот поэтому, да, пугаемся. Если у нас недостаток коллагена, то
Ну, в первую очередь это видно, конечно, на нашем лице, на нашей коже. Да, вот часто люди делают действительно вот эти инъекции, и мне нравится выражение Фаины Раевской: фасадик поправили, а канализация сгнила. То есть, в принципе, то, что мы снаружи это делаем, да, это всего лишь снаружи. Ну, как можно увидеть, хватает вам коллагена или нет? Да? Это старение кожи, сухость, морщины. Кстати, волосы и ногти не растут. Это тоже к этому относится. Проблемы с позвоночником, тоже коллаген. Нарушение зрения, мышечная слабость. Посмотрите, сколько много действительно есть того, что происходит с нами, если нам не хватает коллагена. Проблемы с зубами, хрупкость костей, заболевания сосудов, даже опущение внутренних органов, да, но это понятно, опять же, нет вот этой эластичности, и органы уже не могут выдерживать гравитацию. Очень коротко, смотрите, если, ну, это наша кожа, и вот то, о чем говорил Михаил, что наш коллаген, он пронизывает буквально нас всех, да, вот клей, хорошее очень сравнение. И когда у нас достаточно коллагена, то, соответственно, у нас кожа более гладкая, упругая. У нас тут овал лица сохраняется, морщины медленнее появляются. Разные регенеративные процессы в организме ускоряются. То есть мы поддерживаем в первую очередь, конечно, нашу кожу, но и также и внутренние наши органы. Вот. И ну, здесь еще одна картинка, где видно, что с возрастом действительно коллаген уменьшается. Это было доказано научно. Это все эти слайды, они действительно были подготовлены специалистами. Вот, и синтезироваться коллаген не может, и, соответственно, наш организм не может его синтезировать, и начинается разрушение коллагена. И это когда опережает, то мы можем увидеть это в зеркале в первую очередь, ну и в состоянии нашего здоровья организма. Ну вот, смотрите, есть очень много разных способов для того, чтобы восстановить коллаген. Еще это, например, ну, давно уже известно, да, там варили раньше тот же холодец, или, ну, у каждого народа есть вот эти желеобразные какие-то блюда, которые ели для того, чтобы продлить молодость. Что такое, когда питание у нас? Это сложно. Организм, то, что мы кушаем, очень сложно это воспринимает, да, это не усваивается настолько, насколько это нужно, чтобы оно усвоилось. Плюс, если когда мы что-то приготовим, тоже вспомните о том, что все разрушается. Вот. Ну, про инъекции мы уже поговорили. Еще очень много говорят вот крема с коллагеном. Крема, сыворотки разные. Но это все тоже действует только на поверхностные слои кожи. И коллаген, он еще должен быть определенных размеров, чтобы вообще попасть в клетку, попасть в слои какие-то кожи. Но есть биодобавки для красоты, их еще называют внутрикосметика. И это вот то, что у нас сейчас есть в клубе у нас. Да? Но здесь еще посмотрим, да, что внутрикосметика, она действует изнутри. То есть когда мы пьем коллаген, принимаем его внутрь, то, соответственно, конечно, это более эффективно. Воздействует это на весь организм, а не локально. То есть и те же инъекции, когда девушки любят что-нибудь себе заколоть куда-нибудь, то это только локально распрямляется и часто приводит, я думаю, тоже для вас, для всех это не новость, приводит к воспалительным процессам, к отекам. А если еще и не туда поставят, это может привести к более серьезным проблемам. Вот. И когда внутри косметика, это тоже биодоступность и точные пропорции дозировка. То есть, когда мы кушаем, ну, тогда человек говорит, ну, я получу коллаген из пищи. Он должен понимать, откуда, с какой, сколько, правильно приготовить. Ну, в общем, это очень-очень сложно. Я думаю, вы поняли.
На рынке есть очень много разного коллагена, поэтому я вам сейчас несколько форм открою, расскажу про них. Это могут быть капсулы, это могут быть таблетки, это в порошках коллаген. Это, ну, например, есть коллаген Verisol, этот коллаген, который у нас есть в наших бьюти-шейках, бьюти-коктейлях, шейках красоты. Вот, мы им давно уже пользуемся с удовольствием, как один из вариантов получения коллагена в организме. Вот, но самый эффективный – это жидкий коллаген. Почему? Потому что, ну, вот сейчас добились уже такой технологии, чтобы этот коллаген был действительно биодоступный для каждой клетки. Еще из чего делают коллаген? Как уже сказано было, это рыбный коллаген. Да? Это вот морской коллаген. Сейчас я о нем тоже еще расскажу пару слов. Есть другой вид коллагена, это из животных, крупного рогатого скота. И еще один момент, растительного коллагена не бывает, поэтому если вы где-то будете читать, что есть растительный коллаген, значит, вас уже обманывают. Есть формы, похожие на коллаген в растительном мире, но там очень сложная процедура, и это все равно не коллаген, вот тот, который действительно нужен для нашего организма. Все-таки человек – это не растение, это животное. Мы состоим из этого животного коллагена. Так вот, давайте посмотрим, почему морской коллаген. Из всех видов коллагена это самый коллаген, такой коллаген, который подходит любому человеку. Здесь интересное есть название, называется пескетарианцы. Я сама такое его выучила. Оказывается, это люди, вегетарианцы, которые едят рыбу. Никогда не знала, что я пескетарианец. Вот. Но морской коллаген, если брать другого вида коллаген, то он не подходит для многих людей из-за вероисповедания, например. Плюс, если брать животный коллаген из крупнорогатого скота, это сложность там тоже может быть, что есть опасные заболевания, да, коровье бешенство, птичий грипп. Вот в морском коллагене такого не бывает. Просто это все исключено. Вот, идем давайте с вами дальше. И вот наш вот этот коллаген, который промарин коллаген, вот он в жидкой форме, и он из морских рыб. А с каких рыб, Михаил тоже уже сказал, это сайда, пикша, треска, и их ловят в Новой Шотландии, в холодных водах, там, где действительно чистые воды, и это дикая рыба. Есть коллаген, который производится с ферм, ну, аквакультура. Вот сразу говорю, вообще рыба с аквакультурой, это уже не совсем природно. И второе, тот коллаген, который с него делают, он не, все-таки не из дикой природы. И это значит, что его качество уже гораздо хуже, чем от рыб, которые в природе живут. Давайте дальше. Особенность нашего коллагена по сравнению с другими коллагенами, что он гидролизованный. Гидролиз – это когда молекулы коллагена расщепляют на аминокислоты, то есть на белки. И потом эти цепочки разделяют на более мелкие пептиды. Вот я вам сказала, что коллаген – это такой канат, который состоит из канатиков и потом из ниточек. Вот эти ниточки – это и есть пептиды. И вот у нас в продукте эти пептиды содержатся. То есть сейчас человек добился с помощью технологии вот этого процесса, что эта ниточка, она не разрушена. Когда берется какие-то другие формы коллагена, вот этих пептидов нету. И мы можем пить
этого коллагена очень-очень много, я вам сейчас покажу пару результатов, но он не будет работать. Мы можем говорить, что это полезно, что это вкусно или еще как-то, но это не работает. Да? Коллаген должен быть вот именно вот этот гидролизованный. И у нас в клубе этого добились. То есть там должна быть очень маленькая молекула, и тогда она усвоится. Ну, вот здесь вот можете еще раз посмотреть. Можно это, конечно, не запоминать. Я к тому, что пептиды вот этого коллагена, это можно измерить в определенных единицах, вот эти вот, они очень маленькие. И что это значит? Что они попадают туда, куда нужно, и начинается процесс. И вот почему именно важно это понимать. Мы коллаген наш пьем не для того, чтобы, ну, вот именно для того, чтобы помочь нашему организму начать синтезировать свой коллаген заново. То есть если мы будем пить негидролизованный коллаген, этого процесса просто не будет. Я надеюсь, что вы немного понимаете, да, то, о чем я говорю. А если когда маленькие частички, мы это пьем, это уходит на клеточный уровень, и наш организм наконец-то получает возможность заново синтезировать свой же коллаген. Вот. Да? Здесь еще раз о том, что строительный материал промарин, это он как раз и нужен нам для синтеза новых волокон коллагена и эластина. То, о чем я вам сказала, и что это стимул для выработки собственного коллагена. То есть это вещество, вот именно та форма, которая помогает нам начать запустить мотор в нашем организме. Вот так это можно сказать. Сколько тоже нужно пить нашего промарина? Ну вот смотрите. Наш промарин 10 тысяч миллиграмм. Вот на рынке действительно много разного коллагена. И есть сравнительная табличка, сейчас я посмотрю, да, вот она. Сколько коллагена где находится? Вот многие говорят, у какой дорогой коллаген. Мы, наверное, просто не привыкли вообще, что коллаген это одна из основ для организма. Да, мы это сами, я думаю, все вместе с вами изучаем эту тему. Вот смотрите, это разные фирмы. 5000 миллиграмм, 1000 миллиграмм, 8000, 3000 миллиграмм. И если мы найдем эти виды коллагена, этих марок в интернете, то мы увидим, что они стоят в 3-5 раз дороже того, что есть у нас. То есть у нас преимущество еще и в цене, потому что некоторые говорят, вау, ну как-то много стоит. Да нет, немного. Те, кто понимает, мне недавно я слушала одно видео, и там рассказывают, приехала врач в офис, это было в Праге, и сразу заказала 20 наборов коллагена. Почему? Да потому что врач-косметолог, потому что она понимает, что таким образом это недорого, и она сможет своим клиентам дать действительно восстановление изнутри, но и сразу снаружи. То есть 10 тысяч миллиграмм. Сейчас вы увидите, почему так быстро происходят результаты. Да потому что восстанавливается, например, там изнутри связки, хрящи восстанавливаются. Но так как 10 тысяч миллиграмм у нас, оно сразу же идет и на наше лицо, на нашу кожу. Очень важно еще знать, что для того, чтобы коллаген синтезировался, вот то, о чем мы уже говорили, нам нужны тоже помощники. Нам нужен витамин С обязательно, нам нужны витамин В, витамин В6 и биотин. Вот эти все компоненты также входят в наш промарин. И благодаря этому они стимулируют еще больше синтез собственного коллагена. То есть вот помогают вот этому процессу формирования из пептидов коллагеновых волокон. Поэтому это еще такой дополнительный большой бонус. То есть люди, которые разрабатывали для нас промарин, они изучали эту тему, я думаю, не один год.
и действительно дали нам максимально полезный и эффективный продукт. Ну, то, что он вкусный, ну, я... Кто не пробовал, попробуйте, это реально вкусно. Если брать какие-то другие формы коллагена, я как-то у одной подруги была, и у нее стоит коллаген. У нас нашего коллагена еще не было, это там, в прошлом году было. Я думаю, коллаген, да, это так классно. Я открываю рыбий коллаген, да, то есть если у нас в наших шейках не рыбный коллаген, я думаю, ну, рыбный, это же круто. Открываю, ой, как он пахнул, я не знаю, конечно, я не хочу такого, вот это вот кушать. Ну, это правда невкусно пахнет, я попробовала на вкус что-то такое непонятное. Поэтому вот наш коллаген, он такой приятный, концентрированный, насыщенный сок. И подсластители у нас тоже растительного происхождения. Это эритрол, стевия. Яблочный пектин. Пектин вообще сам по себе очень полезный. То есть дополнительно мы еще и получаем полезности. Вот. Продумана была еще упаковка. У нас упаковка в стеклянной, темной баночке. Да? Такое темное стекло, оно защищает тот же коллаген от разрушения, от света и от влияния окружающей среды. То есть об этом тоже было подумано. Потому что наш коллаген, он без консервантов. Да? Представляете, без консервантов, что, как это сохранить? Вот за счет этой упаковки это получается. Поэтому он такой свежий, такой вкусный, насыщенный. Вот. Давайте поговорим о том, сколько пить его. Можно пить его все время. Если вы хотите быть бодрым, крепким, красивым и молодым, то это можно пить все время. Да, как минимум одну бутылочку в день. Вот. Ну и какие у нас, на что они влияют? Ну, лицо, на тело и на волосы, кстати, тоже влияет. Я прочитала, что волосы, кератин. Кератин – это тот же белок. Когда мы начинаем давать коллаген нашему организму, то этот кератин начинает тоже формироваться. Поэтому, когда мы пьем, будем пить коллаген, или кто-то уже пьет, я думаю, вы заметили, что волосы становятся совершенно другими. Как я уже сказала, было очень много исследований, и 4 недели приема вот этих пептидов коллагена. И кожа стала более увлажненная, провисание кожи ушло, неровности в коже ушли, плотность коллагена в коже повысилась. То есть это было научно доказано, и, как мне еще понравилось, без эффекта плацебо. То есть эффект плацебо тоже прослеживался. Вот есть и такие тоже возможности. Ну и давайте мы посмотрим с вами, какие есть у нас результаты. Их очень-очень много. Ну вот, например, девушка, кольца Венеры, да, вот на шее вот такие вот кольца. Буквально через месяц она пишет, что эти кольца ушли. Это здорово. Вот следующее, здесь вот девушка заметила, что у нее овал лица подтянулся, кожа вокруг глаз улучшилась, гусиные лапки ушли, да, вот здесь вот у нас, которые типа глаза, носогубные наши морщинки уходят, то есть видно, ну это видно на лицо, вы сами видите сейчас это у себя на экранах. Мне понравилось, что это не только женщина, а то иногда говорят, вот женщина. Нет, мужчина, он тоже в 52 года хотят красиво выглядеть. Но я представляю, как он себя еще и в своем теле начал чувствовать. Ну, я считаю, что результат тоже налицо. Или вот у девушки видно всего за 3 недели, как ушли мешки под глазами, и вот эти вот гусиные лапки разгладились. Очень много уже результатов. Ну, например, пью 4-й день, не верю, но муж сам говорит, что кожа как у слона упругая, не может даже за щеку взяться пальцами, глаза будто кто-то раскрывает.
Вот. Но обязательно сохраняем питьевой режим и следим за врагами коллагена. Враги коллагена – это у нас, кто знает, пишите в чате. Это у нас, например, солнце, это ну, все, что вокруг на нас влияет, это, естественно, и разрушает наш коллаген. Если там, человек курит, если человек неправильно ведет образ жизни, то это все 100% разрушает наш коллаген. Поэтому, когда мы начинаем с вами пить правильную воду, очищать организм, да, кормить его и вот добавляем коллаген, то, конечно, вот эти вау-эффекты, они есть. И это живые люди. Это не просто так кто-то где-то, да, как любят иногда в интернете выставить непонятно что. А действительно это видно. Вот, девушка пишет, что у нее перестали кровоточить десна. Увеличились в объеме молочной железы, девушки, кому это интересно. Вот, улучшилось зрение, суставы стали более подвижными. Вот девушка стала разбираться, почему такой быстрый эффект. И ну, она сказала, да, вкусно. Оказывается, что вот коллаген имеет вот этот однодневный дозировки 10 тысяч пептидов. То есть 10 тысяч вот этих ниточек, скажем так, да, вот этих ниточек 10 тысяч пьет. И это значит, что молекулы расщеплены, чем они мельче, тем они быстрее доходят до наших клеток. Вот, эта девушка 60 лет пишет, я не дочитала сама, 60 лет. Вот, она пишет, что раньше я пользовалась коллагеном, он, конечно, был дешевле, но я результатов совсем не видела. Благодарю за такой уникальный продукт. Вот девушка пила до этого 2 года коллаген из Японии. Вот эта жидкая форма, коралловый клуб вообще-то у азиатов подсмотрел, потому что уже давно именно оттуда идет этот тренд, что нужно коллаген, чтобы был жидкий, тогда он максимально усваивается. И вот смотрите, она пила японский коллаген и особо ничего. Вот успокаивала себя, что все полезно. А тут 3 недели, и утром вчера в зеркале я увидела свой помолодевший лоб и шею. Вот такой у нас продукт. И действительно мы можем назвать, что это молодость вне времени. И еще можно, да, я уже вижу, что я много рассказываю. Очень коротко скажу свой результат. Я заметила через 10 дней, как я стала пить коллаген, я тоже заметила, что у меня на лбу вот стала разглаживаться кожа. И вот эти, как говорят, на шее тоже более, зона декольте стала более ровная. И вот эти кольца, они тоже продолжают разглаживаться. Но самое главное, я заметила, что я вообще перестала хрустеть. Я пью белурон. То есть вот смотрите, когда мы к коллагену присоединяем хондроитин, гиалуронку, это у нас флексикор, это у нас белурон, то мы максимально помогаем составить каркас нашего организма. Я на себя это прочувствовала и чувствую до сих пор. То есть кожа стала очень гладкая, и я действительно наблюдаю за собой дальше, но уже за такое короткое время, всего с одного курса, у меня замечательные результаты. Вот, у нас есть сегодня еще люди, которые пользуются, и с удовольствием поделятся тоже своим опытом. И я сюда приглашаю сейчас нашего спикера из Кобурга, Ольгу Майснер. Приветствую вас, друзья! Спасибо большое, Алена, настолько интересно, настолько многогранно ты раскрыла вот эту всю самую ценность нашего нового продукта. Я заслушалась и с таким наслаждением думала о том, как здорово, что я с самого первого дня, как только у нас этот продукт появился, в самых первых рядах я его приобрела, и вот уже, ну, сколько, мы уже, наверное, 2 месяца, я так-то февраль, март, апрель, 3-й месяц я его уже пью, и хочу сказать, что пьем мы его вместе с мужем. Вот я взяла в руки эту упаковку замечательную, и вы знаете, когда я открываю вот новую упаковочку, и
в очередной раз наслаждаюсь, какая она мега крутая, она, я ее называю космическая. Смотрите, какая она красивая. Это вот тот дизайнер, который работал вот над этим рисунком, разрабатывал дизайн для этой упаковки. Ну, это просто мега профессионал, ему отдельную премию за это надо отдавать. Вот, потому что, ну, действительно, очень приятно это держать в руках. И понимаешь, что с особенным трепетом открываешь эту коробочку, понимаешь, что вот как, какое-то как будто сокровище просто достаешь оттуда. И что я хочу сказать, да, мы его принимаем вместе с мужем, у меня муж вот очень так взялся за свое тело, за время пандемии он скинул уже больше 20 килограмм, сейчас стройняшка-стройняшечка, прям, знаете, многие на пандемии у нас как-то там наоборот пухлеют, да, вот он так прям взялся здорово, и, конечно, как только он узнал, что у нас появился коллаген, говорит, сказал, все, я тоже буду, и как только у нас коробочка заканчивается, у нас эта коробка стоит на кухне, он сразу же бежит, да, вот ко мне сюда, в кабинет, тут у нас складик такой, и уже, да, там требует свою коробочку. Да, что хочу сказать по результатам. Вот сейчас тоже Алена показывала вот эти картинки, результаты, и я вот как-то это на себя переносила, потому что, естественно, я наблюдаю, да, за собой, как это все, что, как это на мне отражается. Результаты применения промарина я уже стала замечать где-то после второй недели. После второй недели, что первое, я обратила внимание, у меня стала более плотная кожа. Да, вот прям плотная. Далее, что я стала следующим шагом замечать, действительно подтянулся овал лица. Ну, вот так, да. Далее, что еще? Ну, в общем, лицо посвежело. Вот в общем оно как-то, да, так более упругое стало, более подтянутая кожа. Это действительно так и есть. Ну, и носогубная складка, да, тоже были, вот, и сейчас Алена показывала эти фотографии, я думаю, так, у меня же тоже, вот тут вот, да, как-то вот все это улучшилось, но самый такой момент, вы знаете, что я заметила, действительно, вот лично у меня, вот это мой, наверное, результат, наверное, коллаген, когда попадает, он как-то сам решает, куда он будет доходить, это, наверное, индивидуально, вот у меня пошло в волосы, в принципе, я не особо страдала, да, там, у меня всегда густой волос, раньше он был особенно густой, такой, что я не могла расчесать, вот, и... Но волос у меня в плане роста, он, ну как, рос как обычно. Бывало так, что мне казалось, хотелось даже, чтобы он быстрее вырастал. Сейчас он у меня очень быстро растет. Я, если честно, не очень этому рада, потому что сейчас ходить в парикмахерские не особо как-то, да, есть вариант. Но тем не менее, все равно, вы, наверное, обратили внимание, я всегда вот были, у меня волос был более короткий, да, что вот недавно я только стриглась, и опять он у меня вымахал. Вот, но тем не менее, и по структуре волос я чувствую, что волос здоровый более стал. Это тоже немаловажно. Вот, поэтому, друзья мои, конечно, мы занимаемся своим здоровьем, мы полностью используем концепцию здоровья, мы знаем, что такое оптимальный водный баланс, мы очищаемся, там, да, проводим постоянно очищение организма. И я понимаю, что вот когда так, с таким подходом, коллаген действует намного лучше и эффективнее. И, естественно, он невероятно вкусный, он потрясающе вкусный. Я раньше тоже использовала коллаген в капсулах, ну, как-то скучно, и результатов я вообще не видела. А здесь его пьешь и просто наслаждаешься. И еще хочу сказать, так как в бутылочке 10 тысяч миллиграммов коллагена, да, вот Алена показывала эти картинки, а вот для тех, кто хочет экономить, да, в принципе, если вы будете по пол бутылочки пить, да, ну да, мы-то, конечно, мы можем себе позволить это. Кстати, если кто-то считает, что дорого, у нас есть прекрасная возможность в Coral Club рекомендовать другим. Пожалуйста, вообще можете получить этот в подарок этот коллаген. Да, разберитесь, кто еще не знает, как это можно сделать, вам ваши консультанты расскажут. Вот, можно делить, да, вот те, кто, я думаю, там, ну, лет 30-35, может быть, девушки и мальчики, по пол бутылочки коллагена, то есть открыли бутылочку, выпили половинку, поставили в холодильник, то есть, ну, так, примерно 5000 миллиграмм коллагена, это тоже очень большая дозировка для поддержания, да, это тоже будет очень круто. Вторую половинку допейте в следующий раз.
Таким образом, у вас получится, в один набор входит 3 таких коробочки, да, вот здесь 10 баночек, 10 таких бутылочек в каждой коробке, да, то есть на 30 дней один набор. Получается, что вам, да, если вы разделите этот набор на 2 месяца, вообще получается очень даже доступная цена. Но, конечно, если хочется прям очень классно вот так вот сделать такой крутой подарок и постоянно наполняться этим, да, ну, на самом деле, если посмотреть, то многие люди тратят деньги там на какие-то услуги косметические гораздо больше, ну, гораздо больше, а тут напоить вот таким вот классным ценным продуктом изнутри свой организм и внешне вот так вот получить такие классные результаты, я думаю, это очень крутая инвестиция в себя. Вот. И я знаю, что компания всегда для нас делает такие классные подарки, да, предоставляет нам такие классные продукты, и я настолько с доверием с полным к этому отношусь, потому что я знаю, мое дело просто это применять, а продукт сработает однозначно. Друзья мои, пользуйтесь и красивейте, и молодейте. Спасибо. Да, Оля, благодарю. Действительно, молодеем, красивеем, как разговаривала недавно с одной девушкой тоже, она переписывалась в Инстаграме, она говорит: Алена, я просмотрела вот ленту, я тоже так хочу, да, я просто вижу, насколько человек с годами меняется в лучшую сторону, и это, и у нас все время есть вот эти вот инструменты, чтобы это сделать. Я уже про гиалурон там всегда дифирамбы пела с коллагеном, так не нужно никаких вот этих страшных тех же уколов. У нас еще есть один отзыв. Встречайте прекрасную девушку из Крыма, Марину Татьмянину. Марина, расскажи свой опыт, пожалуйста. Всем спасибо вам большое. Я всех рада приветствовать, с удовольствием поделюсь результатом. Оля уже показала эту прекрасную розовую коробочку, я ее даже не убираю, она так прекрасно гармонирует с моей розовой кухней, поэтому прям все коробки выставлены, обычно все убираю, а этот стоит, я ей любуюсь. По поводу того, чтобы экономить, я не знаю, я когда открываю этот бутылек, то он сразу раз и автоматически весь во рту. Я не понимаю, как можно эту вкуснятину половинку выпить. Там 2-3 глотка, они моментально оказываются внутри. Я пью его еще только месяц, потому что у нас он чуть позже появился, чем в Европе. Я решила составить себе сразу такую программу. Гиалурон, о котором говорила Алена, гиалуроновая кислота меня в данном случае интересует. Потому что, конечно, хондроитиновый комплекс хорош для суставов, но гиалуронка для кожи, да. Гиалурон, коллаген, а потом я взяла женский фитомикс, который, ну, потому что женская краса начинается изнутри. Добавила МСМ, баночку не покажу, высыпала это все в кормушку, это соединительная ткань. Потом, что еще добавила? Добавила йод, келп наш, да, для эндокринной системы. И вот месяц я такое пью. Посмотрим. Надо было, конечно, сфотографироваться тоже. Я вот сейчас думаю, еще не поздно, обязательно это сделаю, чтобы потом наглядно посмотреть. Но что я заметила по ощущениям? Я люблю спать вот так вот, уткнувшись лицом в подушку. И когда, соответственно, я просыпалась, ну и сейчас просыпаюсь по утрам, вы знаете, на коже остаются вот такие подушка, еще что-то, отпечатки какие-то. И когда я начала пить наш коллаген, я заметила, что этих отпечатков нет. То есть кожа настолько упругая, что она моментально возвращается в свое исходное положение, да, скажем так. То есть, ну, разглаживается очень быстро, потому что до этого я использовала патчи вот эти под глаза, каждое утро вставала, их там приклеивала, чтобы как-то убрать вот мешки под глазами и вот эти вот все как пролежни или как это называется, я не знаю, отпечатки от подушек. Вот сейчас этого нет. Я это заметила, и мне это, конечно, очень радует. Потом, что я еще заметила? Что, знаете, вот эти вот вещи, которые у нас, это сейчас у многих, ну, затягивается, когда в молодости, вот здесь такой четкий есть, как это у косметологов называется, угол Венеры, да, или как правильно, и это даже специально накалывают сейчас, чтобы был здесь вот эта скула четко выраженная. Вот я заметила, что этот угол скулы тоже стал более ярко выраженный. Ну, тоже мне понравилось это очень. И я обязательно, конечно, сфотографируюсь еще, потому что рекомендуется пить коллаген хотя бы 3 месяца. Почему? Марина? Пропала, да?
Потому что, почему? Потому что Михаил уже нам вначале сказал, что сначала может пойти туда, где действительно, и вот Оля сказала, там, где не хватает, организм сам разберется. Да, Марин? Я появилась опять? Появилась ты, да. С той стороны подсказывают. Смотрите, еще что хотела сказать, что по поводу того, чтобы пить, надо хотя бы 3 месяца, да, курс, чтобы понять эффект. Почему? Потому что старый коллаген, он постоянно разрушается, и на его смену приходит новый. То есть происходит такое замещение, скажем так, да, и мы видим первые результаты, это еще то, что он в глубине происходит, да, а еще разрушается старый до сих пор. И вот за 3 месяца происходит этот круговорот и обновление полностью коллагена в нашем организме. Поэтому 3 месяца я его попью, сейчас еще сфотографирую спустя месяц, посмотрю на свой результат. Ну, а всем желаю, конечно, красоты, молодости, уверенности в себе, легкости и весны на душе. Всего вам доброго, до новых встреч! Благодарю, Марина, тоже очень интересно. Ты говоришь, а я тоже вспоминаю, у меня же тоже было. Проснулся, а здесь, а сейчас такого нет. Вон девчата пишут в чате, щечки натягиваются, точно. Еще я заметила, что я меньше стала пользоваться ухаживающими кремами. Вот это тоже. То есть каждый раз что-то новенькое. И я тоже с огромным интересом жду следующих наших результатов. Вот добавила МСМ Марина и липосомальный витамин С. Да, обязательно нужно следить за питанием, поменьше углеводов, это в любом случае, потому что особенно простые углеводы, они разрушают. Мы даем что-то хорошее, тут же даем что-то плохое с питанием. Конечно, за питанием нужно следить. Ну вот, и на наших разных курсах, которые, кстати, 2 курса у нас стартуют 1 мая, те, кто вас сюда пригласил, узнайте об этом поподробнее. Вот там мы как раз будем опять учиться правильно питаться, полезно для организма, чтобы все, что мы берем в Coral Club, максимально давало эффект. Оно будет эффект, но так будет эффекта еще больше. А вот, да. Конечно. И мы ждем новых результатов, новых ощущений. И те, кто еще не пробовал, обязательно это себе запланируйте. Вот у кого день рождения скоро, скажите вашему мужу, там, брату, скажите, не надо мне ничего дарить, вот подари мне лучше вот такую вот коробочку, вернее 3. И это будет лучшая инвестиция в себя, в свою молодость, в свою красоту, в свое здоровье. И на этом, я думаю, мы сегодня будем заканчивать. Благодарю всех за то, что с нами были до конца практически. Поэтому будьте молоды, красивы и здоровы вместе с нами. А сейчас у нас интересно...